Вот и подходит к концу священный месяц Рамадан. А это значит, что наступает прекрасный праздник Идль-Аль-Фитр, или, как его называют многие, Ураза-Байрам. Это событие является значимым для всех мусульман, которое пропитано атмосферой радости, чистоты и сплоченности. В этот день двери верующих не бывают закрыты, они посещают друг друга и поздравляют с наступлением священного праздника. По словам заместителя имама Джума-мечети имени Саида Афанди города Каспийска Абдуллы Амарчиева, мусульмане начинают празднование уже накануне праздника, после последнего разговения в месяц Рамадан. С наступлением утра праздничного дня мусульмане, они наряжаются чистую, новую, красивую одежду, используют благовоние, отправляются в мечеть для совершения праздничного намаза. В этот же день люди также выполняют фарз, обязательный фарз выплачивания закату-ль-фитра. И это тоже желательно, чтобы люди выплатили до совершения праздничного намаза. Закят является обязанностью мусульманина. Оно служит очищением и искуплением за все ошибки. Отметим, что закят выплачивается за каждого человека один сах – пшеницы, муки или изюма. А также можно выплатить денежными средствами. Закат-ль-фитра выплачивает, он обязан именно глава семьи, если он, например, отец, муж, он выплачивает его за своих несовершеннолетних детей, за свою жену, то есть за тех людей, которых он обязан по исламу обеспечивать. Если это могут быть и престарелые родители, если они не могут сами себя обеспечивать, за престарелых родителей, за своих детей, за жену он выплачивает. Это его обязательность. Кроме того, Ураза-Байрам является самым долгожданным праздником для всех детей. Ведь уже с ночи они готовят свои самые красивые одеяния для того, чтобы ранним утром начать собирать любимые сладости. А взрослые в это время встречают гостей и навещают своих близких. В канун праздника Идль-Аль-Фитр заместитель имама Джума-мечети имени Саида Афанди города Каспийска Абдулла Амарчиев поздравил всех мусульман и пожелал им быть первыми в благих деяниях. Дорогие каспичане, жители нашего города, от всей души искренне поздравляем вас с наступающим праздником Идль-Фитр, Ураза-Байрам. Пусть Всевышний Аллах примет все наши благие деяния, наши посты, нашу милостину, садака, которую мы даем, закат-ль-фитр, который мы выплачиваем. Пусть Всевышний Аллах простит все наши грехи и сделает этот месяц причиной для очищения наших сердец.